Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и мы продолжаем катать в City Skylines. Поставили мы статуи свободы и прочие памятники. Где эти памятники? Вот здесь вот. И там памятник каким-то идущим людей. Лепсозорий. Да. И какой-то символ страсти к шопингу. Бесполезно, по-моему, памятник какой-то. Ну... Хай будет, хай будет. Так. У нас все еще жесткие пробки какие-то. Кстати, посмотрите, здесь они подрассосались хоть немного. Ну, немного подрассосались. Немного подрассосались. Здесь у нас их в принципе нету. Так, здесь разгрузил дорогу. Ну, а здесь тяжко как-то. Это вообще тут построил-то вообще отдельная тема для разговора. Народ скапливается только вот тут вот. Как бы вам так поудобнее. Я не понимаю, чё вы вот так вот едете, да, вот по дороге, и вот обязательно вот сюда в пробище нам попасть. Смотрите, сколько дорог. Вот здесь дорога, заезжай, не хочу просто. По всей территории заезжай, не хочу называется. Что вы так делаете? Зачем вы так делаете? Непонятно мне. Видишь, что здесь не проедешь? Ну, езжай ты дальше, заруливай сюда куда-нибудь. Или как-нибудь вот тут зарули. Тебе-то что, блин? Ты вот так вот поехал там себе нормально. Не знаю, тут выехал. Сюда поехал, вот так вот. И поехал там себе куда надо. Что ты делаешь? Зачем это делается? NPC, короче, одним словом. Едут, как им сказали, как им ближе. Так... Помоечку мы нафиг сносим. Ставим сюда сжигательный заводец. Даже сразу несколько поставим. Стоимость земли у нас вообще отличная тут. Не загрязнено ничего. Вот такой вот эти вот три помойки надо снести отсюда. Куда подальше. Поставлю сжигательный вам. Так, образование нам пока не надо. То есть как, у нас с образованием все хорошо. Я хотел поставить я хотел. Может, какую-нибудь еще одну станцию метро где-нибудь вот здесь вот. А что, она здесь хорошо вписалась бы. Так, вот так вот. Такая, знаете, напрямую, чтобы... Кому надо, тут поедет. Так... Отсюда. Так, нет, отсюда. До сюда и обратно. И отсюда у нас пойдет сюда. Что? Не, подождите. Вот сюда пускай идет. И что-то такое получается одностороннее движение, что ли? Так, непонятно, непонятно. Ладно. Убираем тогда здесь веточку. И ставим как-нибудь... Да хай вот так идет. Куда он там пойдет? Пускай само разбирается, да? Так, сюда, до... До куда? До сюда. И обратно. Не знаю, почему он так не захотел, но... Ему, походу, так удобнее было. Вот. Кладбище, недостаточно пространства. Давайте освободим. Хайтрупиков повывозят. Поджигают их, я не знаю. Вот чё вы болеете? Вот больница, я даже помню, как я поставил где-то вот здесь. Вот, вот больница. Поликлиника даже. Не больница. Чё вы тут болеете? Что, не справляются, что ли, наши... рабочие?
Так, поликлиника есть. Труп огня есть у нас. Только народ почему-то не хочет. Не знаю, поставлю тут. Хай будет тоже тут. Хай трупы тоже вывозят. Ну, здесь поставим, а то есть как-то больных много и мрут как-то сильно. Ой, с трафиком у нас вообще непонятки. Да, это такое есть у нас. Помойку я тоже сношу. Зря ее строил только тут. Ставлю сразу сжигательный. Хай сжигает. А где тут я видел подснос? Вот, вот я подснос. Бамбуковую рощу эту. Вот чего-то все равно не хватает. Так, ну народ здесь заселяться начал хоть. Так, у нас здесь типа пробки, да? ЖД. Или чё? Давайте продлим. Поставим здесь еще рельсы. Ну как-то так. Как-то так пускай и ездят. Ну, вполне себе красиво получилось. Как говорится, свобода выбора, да? Я даже еще вот так вот на гаражу вот здесь вот соединю вот это вот. Ездите только. Перестраивайтесь, я не знаю. Как хотите. Боже правый. А ты здесь... Ха! Куда ты исчез? Не вовремя я поставил. Ну да ладно. Зато пробок теперь там не будет. Да, нормально, разгрузили. Смотрим. Сейчас, наверное, так поедет, да? Ну-ка. Мне ж интересно. Не, поехал по старинке. Зря, наверное, тут прибабахал вот это все. Хотя можно еще на депо поставить какое-нибудь там туристическое. Что мы, наверное, и сделаем, чтобы как-то занять эту ветку. Хотя товарники здесь ходят. Ага. Ладно, сначала дорогу. Без вопросов. Хотя, подождите. Так, товарники. Ладно, я вам отдельно дорогу сделаю тут. С проездом.
Так. Не хотите по-хорошему, да? Давайте по-плохому. Так, товарняки. Товарняки. Хитрые же вы говнюки. Что ж сидел с вами, а? А хотя, такое подъезде, хай будет. Пускай будет все. Ну-ка посмотрим. Так, погрузочка, разгрузочка. Так, ну. Так, ладно, аэропорт мы можем поставить уже. До аэропорта нам не хватает. Так, 150 косарей. Ну, не то чтобы много, но не хватает еще. Ой, блин. Ого, нифига себе он тут занимает аэропорт. Но мы явно там в центре города его ставить не будем. Склон слишком крутой. А, самолеты попадают, да? Во, нормально. Замечательно. Так, дорогу мы сюда явно не поведем. А вот электричество сюда подвести нужно. Хотя бы реально жалкий ветрачок поставить. Хайдует. Ну, запахало. Запахало. Замечательно. Такие люди отсюда, оп, и полетели. Там, здание сгорело. Спешу. Лечу. Кто сгорел? Ты сгорел? Сейчас несем. Ты только обращайся. Сейчас пожарочку вам тут поставим. Гореть точно не будете. Такая районная пожарная у вас получается. Ну, посмотрим, что у нас с пожарными. Так, вот здесь, кстати, я пожарную не предусмотрел. Так, вот так вот. Ну, теперь точно гореть не будете. Где бы еще пожарную поставить? Бригаду. Ну, там пожарка есть у нас. О, я смотрю, вы здесь не особо пожарных чистите. Чистите. Так, ладно, недостаточно денег. Страшнейшие просто пробки. Все приезжают, никто не уезжает. Так, это ограничили сюда ходят вообще у нас? В природе вообще есть такие? Да, есть, ходят. Ну и замечательно. Отдельную дорогу вам поставил. Чтоб ходили. Так, а ты еще пробку создаешь. Ой, наверное, все-таки мне придется подальше перенести рельсы. Как-то может вот так? Нет. Может, напрямую вот так вот. Вжух, и сюда пришел. Давайте нагородим уже. Что ж нам терять, да? Вот такой вот мастерский, я не знаю. Место уже занято. Ну, потихонечку, полигонечку нагородим, да? Вот
такой мост такой прям. Шикарный мост. Только эти. Так, здесь снесем нафиг все это. Там тоже оно, в принципе, не особо нужно. Ну, просто там заторы будут потом большие очень. Это будет не очень хорошо. Ну, тут еще куда ни шло. Тут еще можно оставить. Как-то по-дебильному получилось все это. Ну, вот так вот. Все. Чего больше не надо. Вот так вот сделать. А чему нет? Такая, знаете, разворотная. Назад поехал. Прикольный мостик. Такой через пляж идет такой. И полетели. Такой долгий мост. Так, ну, наверное, это хреново, потому что здесь корабли, наверное, ходить не смогут. Хотя куда они здесь пойдут? Ну, да, здесь оно явно получше у нас получилось. Поздравляем, мегаполис. Спасибо. Мегаполис, это хорошо. Это что за иллюминаты тут сидят? Обсерваторию надо построить. Давайте построим. Так, а оперный театр у нас есть вообще? Давайте здесь культурный такой райончик сделаем. Так, оперный театр. Или что это? Ну да, оперный театр. Так, это я все отстраивал. Районный парк. Блин, не все же в одной зоне лепить, да? Так, держите вам районный парк. Так, торговый центр. Торговый центр, там где побольше народу. $85 стоит. Ну, придется подождать. Достаточно денег у нас пока. Торговый центр. Пока снесем там здание одно. Только сгорело уже к чертям собачьим. О, свалочка очистилась. Сносим ее нафиг. Ставим сжигалку сюда. Ну, замечательно. Так, а там у нас что? У нас просто большое количество свалок и магазинов. Куча еще. Так, что у нас с образованием? Нужно куда-нибудь школку запиндюрить. Так, вот здесь есть школка? У вас тут школки нету. Поставим здесь школу вам. Я не знаю, здесь тоже нет. Школа там есть уже у нас. А, вот, среднее образование нужно уже давать кому-то. Такой элитный райончик пускай будет. Ну и кажется, чтобы здесь не было ничего, да?
Тут тоже надо на отшибе поставить. Даже вам сюда на отшибе поставим. Школу. Тут у нас вообще проблем нету. Вот сюда школу поставим. Недостаточно денег. Так работайте, зарабатывайте на своего господина. Так у нас, походу, здесь какое-то массовое отупление идет. Сколько сгоревших. Какие-то халупы. Сноси свои халупы там давай. Горожане болеют. Ну что я могу сделать? Блин, эти свалки я уже и так пытаюсь своими путями снести. Во! Минус одна. Замечательно. Так, теперь сюда ставим сжигательный завод. Сжигательный завод, где он там? Вот тут вот. Ну, болеть будете меньше. Я вам это гарантирую. Все. Так, у нас тут кто-то помер у нас тут. Ясно, понятно. Так, ну это явно не в свалках надо искать. Медицина. Так вот, есть морг вроде. Чего они не везут? Кладбище ставить не хочу. Пускай вон трупы сжигают. Землю не засоряют. Да, большая территория, ничего не скажешь. Корабли новые все прибывают и прибывают. Так, что у нас с самолетами? Летают? Нет. Должны летать. Зря не просто по трафику. Ну, в принципе. То. А чё показывается, что здесь пробка, здесь же почти никто не стоит. Все нормально, все хорошо. Жизнь прекрасна, все нормально. Подожди еще. Подожди еще. Так, сюда. И ставим коммерческие зоны. Такие вот. Нет, это магазинные. Ладно, вот так вот сделаем. И водичку, срочно водичку вам сюда. Хотя, что у нас с электричеством? Что-то как-то... Так, ну давайте атомную поставим. Атомную. Посмотрим, что из этого получится. Где же у нас какие зоны? Ага, магазинные. А здесь жилые. Так, нехорошо рядом жилой ставить. Ну и отдельную дорожку сделаю для атомной. Сейчас сделаю отдельную. Хай живут на здесь атомщики. Рядом с магазинами. Так. Рядом с магазинами, я сказал. И водичку атомщикам подвести надо. Все, ждем атомной электростанции. Солнечная уже не модно. 200 кусков стоит. Ну, подождем. Подождем. Что нам? Мы народ терпеливый. Ждать умеем. Этим можно потом эти сраные ветроки оттуда поубирать. Старички говнянки. Не знаю, мне захотелось здесь парк сделать какой-нибудь.
Даже вот так вот пускай будет. Так. Нет, с универами у нас все хорошо. Детскую школку поставим. Среднюю школку поставим. Парк сюда какой-нибудь влепим. Поскромнее парк надо сюда. Вот такой вот. В самый раз. Ну и поставим здесь уже какую-нибудь жилую зону. Во. Впритык. Так, ну такими темпами у нас уже надо будет на электричество скоро собирать. У нас 200 мегаватт свободно только. Ладно, пока хватает и нормально. Так, у нас недовольные есть. Недовольных нету. Посносим домики, пока не нужны. А ты здесь чем недоволен? Друг ты мой сердешный. Еще ты дремлешь. Прелестный. Халупа четырехэтажная у нас здесь. Ладно, нормально. Только что-то здесь мусором у нас не то. Не то, товарищи, не то. Не то, комрады. Так, там одна свалка у нас. Блин. Поставим здесь уже где-нибудь посередине. Блин, 200 косарей стоит. Кредит взять, что ли? На соточку. Давайте возьмем, а то сейчас перебои начнутся. Тем более делать нечего. Кредиты. Давайте на 60 возьмем. Сейчас доход наш упадет немного. Но все равно. Копить будет быстрее. Потому что так быстро не застраивайтесь, ладно? Чё ты решил так рядом отстроить свое жилое помещение? Так, ну еще писечку осталось, писечку буквально. Кстати, вообще хорошо там на отшибе живется. Ну, сам виноват, сам виноват. Кто тебя строить тут не просил? И поставим тут. Так, тут покрасивше будет. Никому не рекомендую сейчас здесь строиться. Ну-кась. Давай, граммик осталось. Полграммика. Отлично. Теперь у вас точно здесь есть электричество. Прям избыток. Избыток электричества у вас тут. Ну, смотрим. Все, теперь у нас есть электричество рядом с каким-то осьминогом. Такой большой трубенью. Так, дороги с односторонним движением. Тогда давайте, знаете что? Вот так вот. Посмотрим по трафику. Не знаю, поэкспериментируем. Так, улучшить. Улучшить до. Ну, здесь у нас в любом же случае одностороннее движение получается. Только ради красоты сделать вот это все дело. Ну, поширше стало, поширше дорожка. Вот так вот.
Так вот. А сейчас, может, и решим проблему с пробками. Таким образом. Все равно же здесь, по идее, одностороннее движение. Так хотя бы потолще будет. Во! Что и требовалось доказать, да? Так, сюда. Сюда дорогу хорошую влепить, пожалуйста, мне. А не как вы любите. Какое-то непонятное. Ну, здесь уже как хотите. А вот здесь, пожалуйста, мне нормально. Чтоб все было. Аж до сюда. Ну и здесь, с этой же стороны. Так же, чтобы было. Ой, пробочки рассосутся у нас. Получше будет. Так, а чё оно здесь не хочет? О, захотела! Как увидела, так и захотела. Так, здесь еще, здесь, 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 здесь. Да. Сразу зоны там можно бабахать нормальные. Тут, ну, здесь как-то по ущербному у нас. А снести здесь я смогу? Чтобы рельсы поставить. Ага, недостаточно. А вот так вот, если брать. Нет, давайте дорогу сначала здесь улучшим. Даже так. Даже так. Так, улучшим дорогу здесь. Не, не снесем. Вы шо? Вы шо? Вот так вот. Теперь вот так вот. Не хочет нам опускаться. А если мы отсюда поведем? Ну, зверь. А вот так вот завести сможешь? Все он сможет. Если захочет. Так, теперь дороги дальше улучшаем. Рассасываем пробочки наши. Любимые. И дорогие. Все, пробок нету. Отлично. Ставим здесь сразу жилые зоны. Хотя лучше коммерческие, наверное. Поставлю здесь магазины, такие зоны. Хай работают. Не, еще все еще магазины ставим. Магазины, я сказал. Но с магазином сейчас будет просто до... Дофига. Здесь поставим немножко заводиков. Так, для приличия. Ради. Хай пашут. Нефиг отлынивать. Водопроводит сюда куда-нибудь скинем. Чё, не хочешь? Не хочешь, что ли? А, ну... Так вот.
сюда водопроводец проведем. Как-то вот так. Просто чтобы до сюда было. Все, отлично. Смотрим, что у нас с пробками. Значительно меньше пробок стало. Значительно просто. Здесь так вообще уже все. Нет уже пробок. Почти. Так, может здесь поставить одностороннее движение? Так, сюда куда-нибудь на выезд, сюда на въезд. Не хочет. Не хочет мне дорогу одностороннюю он ставить. Ну ладно. Сделаем тут хотя бы. Хуже не станет, да? Такая зеленая, красивая дорога, пускай будет у нас. Только не понимаю, почему массово нельзя. Так, по одной. Может и можно, но я не знаю, как это сделать. Так у нас там реально двух повозов не хватает уже, да? Ничего, сейчас решим проблему. Так, труповозы. Сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Где-нибудь сюда, пожалуйста, пару штук. Так, ну вроде уже получше что-то, да? Что-то более похожее на правду уже. Это что такое? Научный центр. Поставим тоже где-нибудь здесь. Ну, научный центр пускай стоит. В котором нет воды почему-то. Что? Теперь вода здесь точно есть у вас, да? Уверены? Низкая ценность земли. Да нормально вот здесь ценность земли. Что вам не хватает? Не понимаю я. Не понимаю. Уж помойка здесь стоит, поэтому и низкая. Вот там еще получше будет. Да? О, помойку можно снести. Пожалуйста. Так, ну а здесь есть уже. Да? Поэтому я думаю, это особо не надо здесь.
Деловая зона пост... А, не то, не то, не то. Согласен. Вот так вот. И вот так вот. Все. Работайте. Наслаждайтесь. Ну, вроде все учел. Ладно, ребят, на этом я серию закончу. Выйду уже из игры, потому что уже как-то самому. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Подписываемся на канал. Ждем продолжения.